Президент Украины уверен, конфликт в Донбассе удастся разрешить дипломатическим путем. Об этом Владимир Зеленский заявил в Торонто на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Правда, одно из условий, по мнению Зеленского, заключается в сохранении санкций против России. Помимо отношений с Москвой, политики обсудили и другие вопросы. Страны договорились о поставках Киеву бронетехники и в дальнейшем о совместном производстве на Украине, которое даст новые рабочие места. После переговоров с Трюдо Зеленский признался, что именно премьер Канады вдохновил его пойти в политику.